про очень личные вещи. Боже, выпустите меня. В клетке. Ну, для идиотов некоторых она закрыта. Сказал, ну, раз беременна, значит, пойдем в ЗАГС. Да? Долг. Про кредит? Да, Владислава, в 150 тысяч долларов, которые он тебе оставил. Люди добрые, помогите! Мы же понимаем очень хорошо, что это позиция очень слабого человека. Знаешь, заведена, так не бывает, прям все гладко-гладко. Ну, это Маргарита Сичкач, что вы скажете? Чем старше становишься, тем период короче. Я говорю, не буду, не хочу. А вы давно не вместе? Я думаю, что эта программа, добрые люди обязательно ему пришлют ссылочку на нее, чтобы он ее посмотрел. Маргарита Сичкач мечтает о свадьбе. У него есть деньги, власть, связи. Я взяла бэушное платье, вязаное, трикотажное какое-то там, помню, с люрексом, с каким-то мне таблеточкой. Слушай, ну ты что-то готовишься в депутаты? Моя личная жизнь отошла на второй план. Какой вырисовался лидер. Лидер гонки. Лидер гонки, да. Мне кажется, что он никому шансов не оставит. Таким же, как и в этом кайф. Мы разные. У меня первый муж и второй муж по залету. А вы давно вместе? Ну вот. Месяц. Ух ты, месяц вместе. Человек априори должен понимать, что его личная жизнь становится достоянием. Добрый вечер.